Ну а сегодня днем великая княгиня Мария Владимировна поучаствовала в открытии фотовыставки на Текутевском бульваре. Вместе со своим окружением она окунулась в историю сибирской столицы. Екатерина Кальченко подробнее. Вот она, главная улица Тюмени, сейчас республики, а некогда сам цесаревич Александр II дал название ей царское. О деяниях своего уже прапрадеда с восхищением вспоминает праправнучка. В Тюмень на открытие фотовыставки приехали знатные гости. Сама великая княгиня Мария Владимировна Романова. Очень приятно видеть, конечно, приятно смотреть на эти прекрасные старинные фотографии, такая ностальгия. Узнала или вспомнила снова, что действительно мой прадед, великий князь Владимир Александрович, видимо, составил большие воспоминания про себя, так милый, что многие сделали какие-то памятники, даже и храмы были построены. Так уж получилось, что свой второй визит в Тюмень глава императорского дома спланировала в тот же день, только 25 лет спустя. И это тюменцы не оставили без внимания. Память о этой выставке, она фотовыставка. Подарить вам фотографии. О, да. Да, что-то нашли. И это фотографии о вашем пребывании 25 лет назад в городе Тюмени. Поэтому вам хотим их подарить, чтобы вы вспомнили, как это было ровно 25 лет назад. Спасибо, дорогие, что нашли. То есть это и на улице города. Надо же, как здорово. Гостиный двор, музей и храмы, о том, как изменялась главная улица Тюмени, как причастны к ней Романовы, рассказывает историк. Самая ценная фотография здесь – молебен на Александровской площади. Он посвящен годовщине избавления императора Александра II от смертельной опасности. Но здесь мы хотели показать вот Тюмень за полтора столетия последних, такую разную, чтобы было и настроение чувствовалось другое, и одежды, и прически, и лошади. Фотовыставку «История одной улицы» открыли в преддверии 432-й годовщины Тюмени. Очень приятно понимать, что вот мы только недавно ее установили, сегодня официальное открытие выставки, что большой интерес есть и у жителей нашего города, и у гостей нашего города, потому что все-таки без прошлого не будет настоящего. Я думаю, это самое главное, я думаю, это основная цель, которую несет эта выставка. А вот посетит ли Тюмень еще раз глава императорского дома, неизвестно. Плотный график проживания в Испании такую возможность дают нечасто. Завтра великая княгиня Мария Владимировна почтит визитом Табаляков. Екатерина Кальченко, Ильшат Керимов, Тюменская. Время.